Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня будем готовить блинчики с соленой и сладкой начинкой. Для блинчиков нам понадобится молоко, мука, яйца, соль и сода. Для соленой начинки – рыба, яйца и зелень, а для сладкой – творог, сливки и орехи. Сначала сделаем тесто для блинчиков. Чуть-чуть взбиваем яйца, добавляем немного соли и соды. Теперь молоко и мука. Тесто надо хорошо взбить, чтобы не было комочков. Тесто должно быть больше жидким, чем густым, тогда блинчики будут получаться тоненькие и красивые. Теперь будем жарить блинчики. Чтобы блинчики не прилипали и легко переворачивались, надо хорошо разогреть сковородку и немножко добавить масла. Блинчики у нас готовы, теперь сделаем соленую начинку. У меня соленая форель, можете взять любую рыбу, какую вы любите, соленую, копченую, можно белую, красную. И я ее хочу перекрутить в миксере, тогда она получается более нежной и мягкой. Рыбный фарш готов, теперь мы натрем яйца на терке. Я это тру на мелкую терку. Конечно, можно яйца и тоже миксером перетереть, это будет быстрее и проще, но мне нравится, вот, когда яйца потерты на терку. Теперь порежем зелень. Я беру укроп, если вы любите петрушку, кинзу, тоже хорошо сюда подходит. Хорошо перемешаем фарш. Для сладкой начинки нам нужны орехи. Я взяла лесной орех. Сначала его обжарила на сухой сковородке. Теперь мы их измельчим. Конечно, можно измельчить в кофемолке или блендере, но их потом надо мыть. Я люблю это делать в пакетике. Так, высыпаем в пакетик. Вот, орешки измельчили, пакетик можно выбросить, а орешки у нас пойдут в сторону. Теперь будем сливать сливки. У меня сливки 35% жирности. Я совсем немножко добавлю ванили. Если вы не любите, то можно оставить сливки так или просто добавить немного сахара. Теперь в творог добавим сливки. Творожная масса готова, теперь заворачиваем блинчики. Друзья, за окном масленица. И, конечно же, мы все печем наши любимые блинчики. Рекомендую вам попробовать соленые блинчики с красной рыбой
И на десерт творожные блинчики с орехами. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, отмечайте колокольчик и не пропускайте наших новых рецептов. Приятного аппетита и хорошо к столу!